Я вот так вот могу прокачиваться ракетой. Точно, так, ну-ка, а я могу прокачиваться чем-нибудь или нет? О, да, ребята, я могу качаться. Приятного просмотра. А перед просмотром ролика заходите на сайт Robux 500. На Robux 500 вы всегда сможете купить робуксы по низкой цене. И выдача осуществляется быстро через группу. Также у них проходят конкурсы и акции на сайте. А еще по промокоду NEW вы сможете при покупке робаксов получить от 1 до 200 робаксов совершенно бесплатно. Ссылка в закрепленном комментарии. Ребята, всем привет! Вы на канале Smile Freddy. И сегодня мне читер хочет показать и рассказать про новый лифтинг, ребята. Здесь я, смотрите, какой сразу появляюсь здоровый. У меня откуда-то 1000 коинов. Сразу же на старте. И читер мне хочет сегодня, ребята, показать, как здесь нужно прокачиваться. И расскажет про все секреты и про баги, ребят, с помощью которых мы с вами сегодня прокачаемся и станем самыми сильными на сервере. Ну а перед просмотром, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я, ребята, могу вот это яйцо сразу же по старту игры купить. Давайте купим. И вау, ничего себе. Так, окей, открываем. И собачка какая-то выпала. Еще и квесты какие-то есть здесь, ребят. Нифига себе, это кто? О, вот и читер! Эй, здорово, смотри, сколько у меня пэдов. Ты чё лагаешь, снова лагаешь? Да у меня читы, читы за читом всегда лагает. Понимаешь, смотри, какое у меня звание. Я вижу, смотри, читер. Офигеть, он эпик какой-то. А я кто? Почему я вообще большой такой? Я хочу размер уменьшить. Можно мне уменьшить размер? Я, например, на 0 хочу сделать. Вот так вот на 0 можно сделать? Нет. А почему я такой большой читер? Не знаю, смотри, я тоже могу быть большим. Я вот так вот могу прокачиваться ракетой. Точно, так, ну-ка, а я могу прокачиваться чем-нибудь или нет? О, да, ребята, я могу качаться вот такой вот гантель. А где моя сила? 75 силы я увеличил, погоди. Вот я дальше прокачиваюсь. Чё, у тебя гантелька стрёмная? А куда ты делся-то? Так, погодите-ка, давайте посмотрим на его... У него 55 ребёртов? А сколько у меня силы? А почему у меня силы нет, ребят? Почему у меня силы нет? Смотри, смотри, хочешь покажу тебе баг на ребёрты? Давай, покажи. Я тебе только что показывал, у меня было 48. Давай еще раз покажи. Я хочу посмотреть. Ну давай, давай, ладно, еще раз сейчас покажу. Смотри. Ой, ты чё мне трейд кидаешь? Да, сначала прими трейд. Ладно, принимаю. Я принял вроде. Погоди, а тут так квест какой-то я выполнил. Мне деньги дали за это. Ты прими трейд. А я не знаю, я не могу принять. Почему? Какой-то баг что ли? Да, тут бывает такое. И чё теперь? Ты не сможешь мне передать пэтов что ли? Ребят, смотрите, трейдинг идет и все. Ну-ка, если я выключу. Выключу, включу. Я не понял. Читер, что с тобой? А куда он исчез? Ой, как ты телепортируешься так? Ты вообще что делаешь? Ладно, давайте мы, кстати, с вами бета оденем нашего вот этого. Он дает мне к скорости 250 к скорости. Вау! Он дает мне к прокачке, а к скорости. Так, а давайте посмотрим, что здесь вообще еще. А, во! Магазины! Понятно все, ребята. Это сейф-зона. Давайте посмотрим. Это у нас бусты, вот шоп. Ой, какой-то челик, я думал, это читер. А где читер-то? Ну-ка, давайте посмотрим. Что это тут за бусты у нас? Ясно все, ребята. Тут у нас сила. О, читер, что с тобой? Куда в пол смотришь? Ну, я не знаю, я хочу тебе пэтов дать, а тут все забаговалось. Может быть, перезайдем? Ну, я не знаю. Как мне вообще маленьким стать? Я хочу быть маленьким. Ну-ка, шоп. А что это такое? 150? А это сколько? 250. Ну-ка, давай попробуем. Что это такое? Это скины какие-то? Рарити, я выбил какой-то скин, походу. Ну-ка, реально, это скин? Подожди, ну-ка, скин. Скин. Эй, а где мои скины? Эй, подожди, может в инвентаре где-то? Да, это фигня полная. Пошли в Бравл. Ого, давай попробуем. Нифига себе! Это что за божество стоит? Вы что, меня не узнаете что ли? Это я, бог. Это бог? Нет,
Серьезно? Смотри, читак как быстро перемещается. Бога, а что ты тут делаешь? Ты как-то по-другому выглядишь? А, ну... Я тут немножечко решил поиграться, так что не обессудь. А, да нет, конечно нет, Бог, это твое дело. Где играть, а где нет? Ты че, парень? Спасибо большое. Мне понравилось, очень понравилось получать по башке. Ребят, вы видели, взяли меня, просто уничтожили. Так, тут смотрите, у нас есть реберты. И надо 1000 силы, чтобы сделать реберт. А сколько у меня силы, как понять то? У меня 1000 силы, ребят. Лол, у меня 1000 силы. Тут у нас коины можно донатить. Так, еще что? Давай попробуем сделать реберт, ребят. Подожди, не делай реберт. Че, читер? Подожди, я перезайду. А, ну, окей, ладно. А че, я реберт пока сделаю? Нет, я тебе секрет расскажу сейчас. Ну ладно, давай, хорошо. Так, ну, трейд, ребят. Трейд, да, не работает. Может быть, мне тоже... Подожди, давай попробуем ресетнуться, может. Если я ресетнусь, может быть, что-нибудь мне дадут? А, вот, все, смотри. Типа трейд отклонился, смотрите. Читер вышел, и трейд отклонился. Вот оно. А что такой бравл долгий, смотрите. 7 минут до старта, офигеть. Ну-ка, о, мне кто-то другой кидает трейд. Во, читак зашел. Я хочу, блин, размер. А, вот же размер. Во, я маленький теперь стал. Во. Давай сейчас я читеру трейд кину. Читер, принимай трейд. Где ты? Где он? Ой, меня выкинули. Что? Не... А, трейд, подожди. Читер, ты где? Тут какие-то локации странные. Смотри, читер, походу, снова принял трейд, и он не работает. Х4 бонус, 10 ребертов. Тут 2500 надо, а у меня столько нет, да? Да, ребят, у меня всего лишь 1000. Читер, ты где? Я его не вижу, ребят, тут локаций куча вообще. А, это не читер, нет. Где читер? О, вон нубик бегает. Вот, ребята, и баг. А где читак-то? Я тебя не вижу, где ты? Ладно, я, наверное, сделаю сейчас... О, смотри. Чего? Я в сейф-зоне. Так, подожди. Во, вот так я сейчас буду прокачиваться. Давай. О, погнали. Я, кстати, 4-й левел, ребят. А почему монетки не подбираются? А вот. Как-то они с багами, слушайте. Какие-то баги тут постоянно в этой игре. Че-то вообще как-то странно. Где читак? Я его не вижу. Читак! Ты где? Меня кинул читер! О, кстати, смотри, там гора, кинг-гора есть. Нифига себе. Прикольно, может быть, мне туда лучше пойти, и я буду быстрее прокачиваться. Ну, давайте будем тогда прокачивать. Блин, я хотел этот... реберт сделать, а читер что-то мне сказал не делать пока. Чё, почему не делать-то? Ну, где он? Он не хочет мне ничего давать, да? О, Х6 бонус. Полярный круг. Нифига, 700 рубаксов! Это 450 рубаксов. О, награда, ребят. Ну-ка, давай сейчас награду подберем. 120 коинов. Пэу. Неплохо, ребята. Я подобрал награду. Где читак-то? Все, я делаю тогда реберт. О, рели. О, Christmas Event. Мне еще дали 120 коинов. Нифига себе. Ну-ка, а это что такое? 100... А, это, смотрите, это топы всякие разные. Ну, как обычно, ребят. Ну-ка, а тут по коину. А, это тут коину. Не, это не топ. Ладно, в общем... О, вон читак вроде. Да, это читер. Что-то он лагает вообще жестко. О, вот ты где. Да, так я тут был постоянно. Слушай, здесь есть баг. Нет, зачем ты меня убил-то? Зачем ты меня убиваешь? Не трогай. Я сейчас сделаю реберт, и я тебе пока... О, смотри. Мое тело здесь лежало, лол. Вот это прикол. Читер, что за секрет ты мне хотел рассказать? Давай, говори. А, в общем, смотри. Делаешь реберт, ставишь автокликер и вырубаешь Wi-Fi, и у тебя будет куча реберта. Подожди, у меня сейчас 0, у тебя 55. А как это работает? Воу! Читак убил вот этого гиганта, офигеть! Ну, все просто, вырубай Wi-Fi и делай реберт автокликера. Ладно. Ребят, давайте попробуем. Хорошо, я согласен. Вот у нас реберт. Смотрите, нам тут 50 коинов плюс 5%. А! Читер, не трогай меня! Все, я в сейф-зоне.
Так, ребят, давайте, знаете как, я сейчас захожу вот в Wi-Fi. Так, получается, я выключаю и включаю его, да, читер? Я правильно понял? Да, все правильно. Так, хорошо. Ребята, давайте попробуем. Смотрите, автокликер у меня включенный. Давайте, я отключаю. Делаю вот так. Включаю. Давай. Только главное, чтобы меня не выкинуло, ребят. Так, так. Пожалуйста, только не выкидывай. Нет, меня выкинуло, ребята. Ну, походу, я так не смогу этим багом воспользоваться, да? Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, ребят. Давай попробуем. Я сейчас перезахожу заново, коннекчусь к читеру. И давайте посмотрим, получилось у меня или нет. Сделался реберт или нет? Ну-ка, давай, 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 покажи. Сколько ребертов? Ноль ребертов у меня. У меня не сделался реберт. Подождите-ка. Давай еще раз попробуем, ребята, еще раз пробуем, давайте. Так, точно надо Wi-Fi отключать? Читер, читер. Где он? Я его не вижу. Куда-то он пропал снова. Блин, офигеть, у него 55 ребертов, у кого-то 103 вообще. Подождите, а если я сделаю просто автокликером, ребят? Ну-ка, давай попробуем. Ну-ка, и че? Сколько у меня ребертов? Один реберт! 4000 надо. Офигеть, у меня голова! Вы видите? Обалдеть! Подожди, а как, а поскольку мне еще будут даваться силы? Ну-ка, по 5 силы? Серьезно? Читер снова мне предлагает трейд. Нет, трейды не работают, ребят, вы видите? А почему так долго сейчас прокачка-то идет? Ребят, вы заметили, как долго я теперь качаюсь? Читер! Я все сделал так, как ты сказал. Че за фигня-то? Где ты? Он меня снова киданул, наверное, в самой крутой локации, прокачивается. Вы видите мою голову? Это просто офигеть. Читак, где ты? Мне нужна твоя помощь. Я У меня 36 силы всего лишь. А че, почему так-то? У меня была 1000, да, в самом начале. Я взял, сделал реберт сразу же, да, ребят? И сейчас у меня скинулось все нафиг, и я теперь головастик какой-то стал. Эй, читер, я головастик стал какой-то. Читер, смотри на меня. А ты Wi-Fi-то вырубал, нет? Я, кстати, богом стал. Реально, смотрите, он бог. Ты к богу-то ходил, сейчас, кстати, в Бравл можно снова сходить. Ты чё головастик-то стал? Я же тебе говорил, надо Wi-Fi отрубать. А как Wi-Fi отрубать, я не понимаю, ребят. На, получай, за то, что меня не слушаешь. Эй, смотри, мою головёшку уничтожил. Смотри, смотри, ребят, два Фредди, а теперь я не головастик. Смотри, чё, я видел себя лежачего. 115 силы тем временем у меня, ребят. Вот тоже головастик. Тоже сделал реберт, походу. Офигеть. Читак, ну давай этот, расскажи мне секрет этой игры-то, а. Давай на Бравл. Окей, ребят, я пошел в Бравл. О, бог, спаси меня, читак читерит жестко. Ну, я ничего не могу поделать. Я здесь просто слежу за вами. Ну и что следишь, блин? Читак, давай, уничтожай всех, я хочу занять первое место. Если он сейчас сдастся мне, я займу первое место. Вон, смотри, здоровяка какого-то убил. Ребят, ну это читак. Бог, а можно к тебе залезть? Открой доступ, я хочу к тебе. Нет, нельзя ко мне. Я в этой игре статуя. А-а-а. Ну понятно все. Ну, читак, давай драться. Че, давай, 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 на-ти, по щам, сейчас я тебе накидаю, на, по 11, по 12. Эй, я здесь бог. Давай, давай, сейчас я топну, и ты сразу же прижмешься к земле. Смотри, я не ощущаю твоих ударов, вообще нисколечки. Ну, да на, получи, ну, конечно, ты здесь, да, да, прокачан, а я нифига не прокачан. Ладно. Уничтожай меня. Он занял первое место. А я-то чё? Я последний самый остался в живых, и я не выиграл? Эй! Нечестно! Вообще нечестно! Читак! Где он? Я его не вижу, ребят. Так, мне надо в сейф-зону, чтобы меня никто не трогал.
В сейф-зону бежим, в сейф-зону. Так, сколько у меня сил? 131. Читер, ну расскажи, как мне победить? Он бегает там что-то. Как мне сделать этот баг с ребертами? Я ж тебе сказал. Сначала надо нажать на реберта, а потом выключить Wi-Fi и сразу же включить. Да, вот так вот. Ну блин, а я походу неправильно сделал, да, ребят? Я сначала выключил Wi-Fi, потом нажал на реберт. Да, я неправильно сделал. Ну я ж тебе сказал, сначала сделай реберт, а потом выключай Wi-Fi, включай сразу же его и автокликером тыкай. Блин, ребят, ну я походу неправильно сделал. Ну-ка, сколько? У тебя 55, у меня всего лишь один, ребят. Капец, смотрите, я даже первый уровень еще не могу апнуть. Жесть! Ой, я что-то куда-то улетел снова. Офигеть, а тут что такое, смотрите. Пляж какой-то. Вау, это какой-то походу сейф-зона, пляж, ребят. До 1000 я могу здесь прокачиваться. Эй, чита ко мне не пройди, ваш ты. Все, теперь я могу здесь спокойно качаться. Ребят, если вам понравилась эта игра и вы хотите, чтобы я продолжил здесь прокачиваться... Эй, ты как сюда пришел? А я читер, я могу хоть куда прийти. На, получай. Да читер! Ну блин, ребят, он так и будет сейчас надо мной издеваться. Смотри, сквозь стенки ходит, вообще совсем обнаглел. Капец, ладно, буду в сейф-зоне качаться. В сейф-зоне он меня хотя бы не сможет тронуть. Ребят, всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Ну и конечно же писать свои комментарии. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.